Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море, снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме, ссылочки в описании. Сегодня 7 февраля. На небе пасмурно. Ну, достаточно тепло, около 12 градусов. Море волнуется. Дождь, сейчас вот распогодилось, но по-прежнему пасмурно. Смотрите, как чайки плавают в море, качаются на волнах, причем их достаточно много, они, смотрите, еще ходят практически до самой платформы. Люди гуляют, пока дождя нет. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!